На Ямале проходит заявочная кампания на оздоровление неработающих пенсионеров в 2019 году. Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины 60 лет и старше, которые не относятся к категории федеральных льготников, могут написать заявление в органы социальной защиты населения, чтобы в следующем году им возместили расходы за самостоятельно приобретенную путевку. Дополнительно к заявлению граждане должны приложить справку от терапевта о том, что человек нуждается в оздоровлении. Оздоровление неработающих пенсионеров осуществляется один раз в три года путем возмещения расходов за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную путевку. При этом возмещение идет не от полной, не от предельной стоимости, а именно 70% от предельной стоимости, от 2600. Это будет 1820 рублей в сутки. По итогам заявочной кампании прошлого года на возмещение затрат на оздоровление в 2018 году могут рассчитывать 85 неработающих пенсионеров Губкинского. С начала этой заявочной кампании уже 33 гражданина написали заявление на оздоровление в 2019-м. Путевку неработающие пенсионеры должны приобрести самостоятельно. Для возмещения за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную путевку гражданин должен обратиться к нам в течение 2 месяцев после окончания санаторно-курортного лечения и предоставить оригиналы отправных талонов путевки либо другие документы, подтверждающие оплату. То есть это могут быть чеки, договоры. И обязательно копии трудовой книжки. Трудовая книжка свидетельствует о том, что пенсионер не трудоустроен и действительно является неработающим, а следовательно имеет право на получение такой меры соцподдержки, как возмещение расходов за санаторно-курортное лечение. Заявочная кампания на оздоровление в 2019 году продлится до 1 октября. Екатерина Склюева, Денис Гим, новости Губкинского.